Мечты сбываются. Тренировку с участниками спортивного проекта компании «Уралкалий» проводит легенда отечественного баскетбола Вальдемарас Хомичус. Многие упражнения ребята берут на заметку. Ну, всем, конечно, понравилось. Это очень большое событие для соликамского, березняковского баскетбола. Все-таки олимпийский чемпион приезжает в Пермский край. Это очень редкое событие. У него очень хорошая разминка. Я некоторые упражнения усвоил для себя. Несмотря на свою занятость, Вальдемарас Хомичус нашел время и поучаствовал в открытии 4-го сезона школьной баскетбольной лиги «Калий Баскет Юниор». Ребята старались с удвоенной силой. При должном старании, профессионализме тренеров и покровительстве компании «Уралкалий» у этих мальчишек есть неплохие шансы на покорение олимпийских вершин. В этом уверен почетный гость. Сейчас иметь такие же шансы, как и все остальные, которые занимались 15-20, 100 лет назад. И через несколько лет мы посмотрим, насколько они к этому делу положены. И тем более, что в вашем Пермском крае баскетбол такой популярный и есть где дальше играть. Но пока спорт высоких достижений впереди, ребята получают бесценный соревновательный опыт в школьной баскетбольной лиге. В этом году за чемпионский титул сойдутся ученики вторых, третьих и четвертых классов. 16 команд из Березняков, 12 из Соликамска. У нас в Соликамске победитель прошлого года, финал четырех, это гимназия номер один. Они играют сейчас в четвертом классе. То есть вот сегодня как раз первая была у них игра. Ну, я не скидываю счетов в 17-ю школу, 15-ю школу, то есть 7-я школа. Есть команды, которые будут претендовать на первое место. Впрочем, говорить о фаворитах сейчас все равно, что гадать на кофейной гуще. Баскетбол активно развивается в Соликамске и Березняках, а также в каждой отдельной школе. Для кого-то это будут первые в жизни соревнования. Вы знаете, ребенок, только тренируясь, да, наверное, все-таки он не испытывает тех эмоций, которые могут заглянуть и перевернуть жизнь ребенка, да, то, что если ребенок поймет, что побеждать и выигрывать с командой, это здорово, он за собой приведет еще кучу детей. Проект компании «Уралкалий» развитие детского баскетбола в Соликамске и Березняках как массового вида спорта уже приносит результаты. Старшие ребята успешно выступают в соревнованиях зонального и национального уровней. Школьная баскетбольная лига выявит новых звездочек. Школьная баскетбольная лига стартует уже четвертый раз. Каждым годом количество команд, претендующих на победу, увеличивается, что говорит не просто об интересе к этому турниру, но и росте популярности к баскетболу в наших городах. Алексей Запутреев, Максим Перелыгин, телекомпания «Соль ТВ».